Привет, зритель! Сейчас тебя ждет распаковка. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Я зверски уничтожила мой ее адрес. Поэтому сейчас тут вот такая вот бумажка. Ножницы у меня. Ножик я в деревню уволокла. Канцелярский. Ну, как бы, может, надо было бы взять не канцелярский ножик. Приложение Почта России обновилось, и теперь надо получать по QR-коду, который раз в 10 минут обновляется. Правда, меня искали по фамилии. Лучше бы они работали лучше, потому что сначала, ну, 3 дня валялась в одном городе, потом 4 дня валялась в другом городе. Я теперь понимаю, почему мое письмо из с подвеской парной так еще и не дошло до меня, и вообще не знаю, где оно ходит. Если какую-то ерунду в почтовом приложении придумывают, а работать при этом, ну, как-то не желают нормально, товарищи почтовики, ёшкин кот. Слово Почта России. Можно сказать, что я из деревни вернулась не только из-за ягод в саду, но еще надо было посуду получать. Как тебе вскрыть-то, блин? Получать по штрих-коду было намного удобнее, чем вот этот QR-код непонятно зачем созданный. Учитывая, что все равно потом искали по фамилии, когда я пыталась в мае получить письмо с YouTube, которое так и не получила. Я даже не знаю, может быть, оно на почте потерялось или в самом отделении лежит. Им уже потерли что-нибудь. У меня по фамилии отказывались искать. Сказали только по номеру телефона. Короче, дурдом, кто во что горазд, лишь бы не работать. Ну да ладно. У нас же тут приятная новость, у нас тут посылочка, которую я вскрываю. Я просто пока с планшета смотрю, как это выглядит. О, много газет. Можно распрямить, взять в деревню и подставить под рамки. Когда качать их. А можно даже печку в деревне ими растопить. Я в этот приезд, ну, в смысле, в этот сезон сама еще печку не топила. Лёля по мунбангам была по напасу МР, я бы шепотом вам эти газеты разбирала. Но если вы хотите распаковку СМР, можете мне что-нибудь прислать, так же, как Лёля. Я уже тут вижу кучу всего интересного. Сейчас я как-нибудь... Как-то вот так сделаю. Как бы сделать-то? Вот так. Сейчас на себя полюбуюсь. Себе поближе, что ли? Да, вот так, наверное. Да, вот так. Я тут вижу соль для ванн. Я как раз вчера еще думала принять ванну после сада, но что-то мне сил не было, не то что ванну делать. Вообще как-то сил не было, хотя и уснула я в 6. Вот самое то, может, сегодня приму ванну. У нас там то дождь, то непонятно что. У меня лежат брючки, ну как капри, там еще кое-что на Вайтберрис, но я, наверное, сегодня уже не осилю, поеду завтра забирать. Морская соль, глицерин, аромат. Пищевой краситель, колор, что-то там. Масса нет, а 600 грамм. Кто это у нас? Это у нас грейпфрут. Соль даван. Ну, как это? Не понюхать-то, не вскрыть. В общем, может, я сегодня себе ванну с солью сделаю. Вкусненько. Спасибо, Лёлечка. Я тут несколько дней с мигренью, как раз соль будет к месту. Прям отлично так упаковала. Утрамбовала. Ух ты, масочка, тряпочка, по-моему. Витамин. Джилуна. Я сегодня думала масочку-тряпочку сделать, но в итоге обошлась с тоником. Тканевая маска с витаминами. Корейская.
Спасибо, Лёлечка. Я тут пока он на пол в газеты складываю это. Тут пакетик. Ух. Фиолетовый пакетик. А он порвался, так что можно его не пытаться вскрыть. Я его так. Вот так. В смысле, носиком он порвался. Что это у нас? Вау, Avon Senses фантазийный крем. Кремовая фантазия, 250 мл. А, это жидкое мыло вообще. Я думала, гель для душа. Прикольно, у Avon стали жидкие мыла в таких штучках, как гели для душа. А, точно же, у... вот это-то и понятно, что жидкое мыло. Я что-то так забыла. Я переставляла стабильно от жидкого мыла, от Лёлечкиного, в гель для душа Avon. Вот эту штуку, потому что удобнее мне так было брать его. На губку. Жидкое мыло для рук. Новогоднее настроение. Классненько. Спасибочки. Я сейчас пока, кто смотрел мой уход на лето, использую гель, в роли жидкого мыла гель, который залила в флакончик из-под жидкого мыла. Так, а это потом в сентябре буду использовать. Ну или может у меня закончится, его открою. Так, по-моему, тут еще одна масочка-тряпочка. Фреш. Тони Моли. Ой, я кверх ногами ее взяла. Или нет? Это мне показалось, что кверх ногами. Тоже сделано в Корее. Тони Моли. Осветляющая тканевая маска для лица с экстрактом граната. Круто. Спасибо, использую. Так, два спрея походу. Даже не два, а три. Так, Avon Senses, каникулы мечты, лосьон для тела с ароматом солнечных цветов и морского бриза, освежающий с натуральными экстрактами. На мне, правда, сейчас какие-то духи Avon, но... Одно другому не мешает, наверное. Какой-то такой, да, приятный аромат морского бриза. Так, это что? Это такой новый дизайн у Avon, да? Я потому что как бы давно Avon не видела в глаза. Мист для тела. Сверкающий лосьон спрей для тела. Домашний очаг. Сейчас всего тут напрыскаю. Она была на руку. Да, что-то такое приятное. Видимо, так и пахнет домашний очаг. Ой, не падай, чувак. Стой на месте. Так, это у нас то. Вау, лимонный спрей, лимонный базилик. Мне не помню, были духи такие, моноаромат, по-моему, или что-то по типу моноаромата у Avon, какой-то лимонный базилик, или лимон, или спарки цитрус, что-то от Лёлечки такое было. По-моему, от нее. Спрей для тела. Цитрусовый заряд. Вот на лето-то, на жару самое то. Надо было с него начинать. Обалденно. Вкусничка. Так, чего у нас тут еще? Еще жидкое мыло. Вау. Люблю жидкое мыло. Так, это кто? Где тут по-русски для русских? Блин, прочитала рыльца. Ру-ру-ру, ты где? Жидкое мыло для рук. Небесное сияние. Такое фиолетовое. Очень классное. Спасибо, Лёлечка. Так, стоять. У меня тут уже второе жидкое мыльце. Вау, кремик для ножек. У меня сейчас этот кремик для тела вместо кремика для ножек. Когда закончится кремик для тела, я буду использовать этот кремик для ножек. Восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи. Стоп, вот самое то. Потому что у меня там местами что-то такое... Есть. Так, иди сюда. Еще пакетик. А вот этот можно уже вскрыть. Вау, тут еще кремик для ног. Такой же, по-моему. Сейчас я это разве вижу. Моя кошка, коза, сегодня дважды уронила вазочку, в которой были красивые цветочки и... Очень красивые цветочки из разных садов. Ну, из выдры, из сада.
И ладно, с вазочкой все в порядке, один цветочек все-таки поломался от бутончика как раз там. Бутончик не раскрытый, а тот, который раскрытый, вкусно пах, вот того. Но, блин, вода-то на подоконник лилась. Восстанавливающий крем для потрескавшихся стоп. Так. Да. У меня два одинаковых кремика. Круто. На дольше хватит. Спасибо, Лёлечка. Так, это что? Tropical Mexicana. Гель для душа. Маракуйя и лайм, что ли. Что-то там вроде. Так, где-то тут у нас. Мексиканские тропики. Во. Приятно пахнет. На самом деле у меня там еще он был не заявлен на лето. Я думала, он мая закончится, но там немножко еще осталось. А какой-то очень обалденно пахнущий гелик, забыла название. Тоже от Лёлечки, тоже Эйвен. Немножко его еще осталось. Так, кстати, что такое? Очищающая пенка для умывания с экстрактом водорослей и соли для всех типов кожи. Эйвен чистый кислород. Прикольно. Спасибо большое. У меня как раз вот та, которая на уход, наверное, закончится летом. А еще есть, ну там тоже неполноценная. С удовольствием буду пользоваться ей. Так, стоять. Что-то еще есть. Что тут? Мятная свежесть, гель для душа с ароматом мяты и огурца с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Круто. Тоже гелик. Ну, я с геликами. То у меня там, не считая деревни, кстати, там оба полтора гелика было Лёлечкиных. Ну как полтора, там немножко в прошлом году я оставила, гелик оставался. Еще специально увезла туда, тут фаберликовский, тоже от Лёлечки. И тут еще был литровый. Вау. Вау. Мята, в смысле мята, это пена для ванн, лимон и базилик, как спрей, целый литр. И желтенькая, круто. Ну, как не понюхать-то, блин, а? Обалденно. Я вот теперь думаю, может мне пену для ванн эту открыть? У меня там вообще другие пены для ванн-то как бы есть. Но, блин, она так обалденно пахнет. На жару, мне кажется, вот в такой пене для ванн самое то лежать. Так, тут что-то красненькое. Avon Soft Mask. Делисьон. Делис или что-то такое. Вердет ягоды. Туалетная вода. Так. У меня там кошка поныла как-то загадочно. Ну да, чтоб я нормально... А, я нормально открыла, обалдеть. Я только подумала, что я сейчас коробочку взорву нафиг. Очень классный ароматик. Даже прыскать не надо, прям чувствоваться. Ягодно-сладкий, немножко что-то и фраше такое старое напоминает. Я не знаю, там фраше, наверное, уже все, что у меня есть, снято. И малина отдает. И чем-то еще. Мне теперь даже есть хочется. Спасибо, Лёлечка. Круто. Буду с удовольствием использовать. Может, даже вместе с теми, которые заявлены на сейчас. И что-то тут такое. О, пупырка. Можно вот попупырить. А кошке можно будет посидеть вот в этой коробочке. Ох. Чего это? Попробуй вкус детства. Конфеты. Свердловский метеорит. Что-то я прям разучилась говорить, что ли, или читать. Круто. Арахис жареный, мягкая карамель. Вау. Вот сейчас это... Я как бы обедала, но можно же еще раз пообедать, у меня там суп есть. Ну как меня супом угостили, потому что у меня еще суп есть. Что я тут мучаю, у меня где-то были ножницы. Я их чаем. А, так может это... Ну короче, я посмотрю. С чаем. А я вам сейчас покажу. Вау. Восемь штучек, по-моему, таких крупненьких. Я их чаем продегустирую.
Я вчера записала обзор чая. Сегодня сейчас как раз буду монтировать и дегустировать. Так. Я просто как... А, вот засунулась вроде. У меня там вообще Маты пришел еще. Но я не знаю, доехать, не доехать. У нас то дождик, то не дождик. Вышла на улицу сейчас до магазина, чтобы в деревню купить молока. Отправить с родственниками на машине. Прям вообще парка. Классно. Очень классная, шикарная посылочка. И конфетки, и мыльно-рыльная. И душки даже. Спасибо большое, Лёлечка. Так, сейчас я вам просто покажу. Тут у нас, значит, этот, чё? Соль для ванн. Баррикаду сделаю. А, это пена для ванн, соль для ванн. Душки. Два кремика для ножек. Хватит надолго. До конца года-то точно. Так, две масочки. С лимоном и грейпфрутом. Может, даже сегодня какую-нибудь заиспользую. Три спрея. Может, сказать, четыре духов, потому что они же тоже спреи. У меня там есть еще от Лёлечки, ну, какой-то такой сладенький. Я им прыскаюсь иногда. Он даже чисто пожарели, охота что-то, чтобы вкусненько пахло. Иногда даже на кухне просто прыскаю, чтобы прям пахло вкусно. Так, пенка для умывания. Супер. Два жидких мыла и два геля для душа. Обалдеть. Очень классно. Спасибо, Лёлечка, большое. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то будет облако. Можете это сделать. Если хотите распаковку, то можете так поступить, как Лёлечка, и что-то мне прислать. Как бы адрес можно узнать у меня. Если знаете номер моего Билайна, то можно там как-то, по-моему, по номеру Билайна этот адрес узнать. Ну, короче говоря, либо адрес для востребования. Единственный минус у нас, почта не носит уведомления. Поэтому лучше оповещать меня трек-номером. Тогда я точно это получу. Ну и как это? Чё? Если вы чем-то подобным пользовались, можете поделиться со мной мнением. Я вам поставлю сердечко. Если я что-то обещала записать, но никак не запишу, можете мне напомнить. Ну и чё? Ещё раз, Лёлечке, спасибо большое. И всем пока.